Спонсор этого ролика – букмекерская компания 1xBet. Надежный букмекер, высокие коэффициенты, быстрые выплаты и огромное покрытие спортивных событий. Ссылочку вы найдете в первом закрепленном комментарии. Всем привет, друзья, с вами я, Трипл, и добро пожаловать на вторую часть тачек из Форсажа в GTA Online. Для тех, кто не видел первое видео на эту тему, ссылочку на ролик я оставлю в подсказке сверху и в описании. Там мы собрали самые легендарные, как по мне, машины из Форсажа, поэтому рекомендую к просмотру. Но сегодня вы увидите еще 10 автомобилей из всеми известной серии фильмов. И заранее хочу сделать небольшое отступление. В этом ролике будет много тачек, которые появлялись в Форсаже буквально на несколько секунд, соответственно, говорить о них практически нечего. Изначально я вообще планировал сделать ролик без озвучки, но в конечном итоге решил хоть и немного, но описать каждую машину. И да, так же как и в первом выпуске, тюнинг в автомастерской я показывать не буду. Достаточно будет просто обойти вокруг автомобиля, и весь внешний тюнинг вы увидите самостоятельно. Ну что, первый автомобиль в нашем гараже — это розовая Honda S2000 из первой гонки второго Форсажа. Как вы знаете, S2K в игре нет, поэтому берем Viper в лице Banshee 900R и получается что-то плюс-минус похожее. На очереди у нас Nissan Skyline GTR R34 из четвертого Форсажа. Передвигался на нем Брайан О'Коннор на протяжении практически всего фильма и даже успел поучаствовать в довольно эпичной гонке. В игре же 34-го Sky нет, поэтому берем 32-й в лице Элегия Ретро, перекрашиваем в синий металлик, ставим хромированные диски и, в принципе, готово. Переходим дальше, и следующим автомобилем в нашем гараже является Buick Grand National 1987 года из первых сцен четвертого Форсажа. Хорошо помню, как в фильме Доминик Торетто за рулем этой тачки эпично проехал под горящей канистрой с бензином, но в игре машину можно получить при помощи заказного факшена. Тюнингуется он в автомастерской Бенни, и все, что необходимо установить, вы видите прямо сейчас на своих экранах. Следующим автомобилем в сегодняшней подборке является Dodge Charger Daytona из шестого Форсажа. В игре тачка получается при помощи Феникса, ничего сложного в тюнинге нет, самое главное — окраска цвета каберне и огромный спойлер. На очереди у нас Chevrolet Monte-Carlo 1971 года из пролога третьего Форсажа. В игре максимально похожей тачкой, как мне кажется, является Sabre Turbo, но весь внешний тюнинг — это карбоновый капот, песочный цвет, заказные покрышки и, в принципе, все. Переходим дальше, и следующее авто в нашем гараже — это Lycan Hypersport из знаменитой сцены с небоскребами в седьмом Форсаже. В игре же максимально похожую тачку можно получить при помощи Pegassi Reaper, но весь внешний тюнинг вы видите прямо сейчас на своих экранах. Следующим автомобилем в нашей подборке является Mitsubishi Eclipse из второго Форсажа. Как вы помните, данный автомобиль был выигран в уличной гонке, а передвигался на нем на протяжении всего фильма Роман. В игре же машина получается при помощи пенумбры. К сожалению, подходящей раскраски, как в фильме, на эту тачку я не нашел, поэтому просто перекрашиваем авто в фиолетовый цвет, покупаем специальные диски и, по сути, готово. На очереди у нас Ford Escort RS Брайана О'Коннора из шестого Форсажа. В игре же тачка называется Vapitre Tuning, и сразу же скажу, тюнинг у нее очень простой и получится у абсолютно каждого из вас. Предпоследняя машина в сегодняшней подборке — это легендарная белая Toyota Supra из всеми известной сцены, посвященной Полу Уокеру в конце седьмого Форсажа. В игре же тачка называется Jester Classic и продается на сайте Legendary Motorsport за 790 тысяч долларов игровой валюты.
Ну и последняя тачка на сегодня — это машина Рампа. Говорить тут нечего, по сути она полностью была слизана из шестой части Форсажа. Тюнинга здесь, к слову, нет, но максимум можете поменять окраску, поэтому париться на этот счет вам не нужно. На этом, друзья, у меня все. Напоминаю, что как только ролик набирает 3000 лайков, я начинаю мутить для вас новое интересное видео. Все важные ссылки на мои соцсети вы найдете в описании. Это мой инстаграм, моя группа по прокачке персонажей в GTA Online, моя личная страница ВКонтакте и так далее. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи, друзья, и до скорого. Пока!